This is Georgia. Перелет наш был очень долгим. Сейчас 4 часа утра, мы направляемся в отель. И наше путешествие начинается. Габарджуба. Амедея. Да. Очень приятно. Очень приятно. С приездом вас. По-испански. Дважды. Анастасия. Очень приятно. Я не могу точно сказать, где мы, но мы где-то в Кахете, в самом винном регионе Грузии. И здесь нереальная красота, природа. Очень красиво. И место называется Алазанская долина. Давай. Ты боишься уберите вертолет, успокойся. Хорошую лошадь привезут мне. Модельную привезут. А, нет, он для меня модель. Он думает, я модель. Все. Вот и все. Ох, сами где кто мармелад. Пастух, и у него там овечки. 600 овец. У него 600 овец.
такие наши джигиты, они обещали зарезать нам барашка, когда мы в следующий раз сюда приедем. Грузинское гостеприимство – это не миф. Лапота Лейкс, и мы ехали сюда очень долго. И мы в Кахете, и я иду ужинать. Главное не сдаваться. Это такая курица, чесночный соус. Здесь сливки, чесночный соус это и курица. Это... Доброе утро всем. Я только что проснулась. Сейчас 8 утра, и я направляюсь смотреть окрестности отеля. Впрочем, мы пойдем к озеру. Здесь можно арендовать велосипеды, куча ресторанов, баров, огромные бассейны. Можно кататься на лодке. Закусывай. Горячий. Здесь сюда можно лежать, думать даже. Круто вставать рано, красиво. Здесь появляется после завтрака. А до завтрака нужно ходить прятать. Утренние процедуры. Пойдем. Нереальное место. Это на самом деле место, куда бы я вернулась. А вообще, сегодня у нас будет очень насыщенный день благодаря администрации по туризму Грузии. Куча сюрпризов, о которых мы еще не знаем, но день у нас сегодня будет кахетинский. Хочу вот эту. Ларису Ивановну хочу. Единственное, чего здесь нет, это спиннинг. Я очень скучаю по спиннингу, но в Лапоте нет спиннинга, поэтому вы можете крутить педали здесь. Remember something, 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 something was lost. There you are, dust from the stars. Everything, nothing more. Parting calls for the heart. Dust from. Кстати, путешествие путешественное. Но Инстаграм – дело святое. Подписывайтесь на меня, Мария Круз Офишел, и ставьте лайки. И еще я люблю камин. Everything.
сейчас я вас познакомлю с моим маленьким новым другом. Он из Швейцарии, к сожалению, он не говорит по-русски, поэтому общаться мы будем на английском. So do you come here often to Loboda? Oh yeah, a lot. A lot? So it's not your first time? No, so I know the place pretty well. So how much do we love Loboda? How much do we love it? 10 out of 10. 10 out of 10. Amazing. They have... This is the Loboda. Loboda wins, no? What? Is this like your favorite place? It's my favorite hotel place. Why is it your favorite? Like, what is it that you like so much? It's the way they build it. It looks like you're in a little village. Oh God. Cool, isn't it? Yeah. It's cool. Mm-hmm. You rested? Yay. Oh. It was a pleasure, really. Yeah, it's been amazing. Was am das? Na ja. Forest spa. Какие у нас будут процедуры? Процедуры у нас разные. Mm-hmm. Есть джакузи ванные, есть массажи разные, релакс-массаж, антицеллюлитные, обертывания, скрабы, процедуры лица. Так что, что вы выберете, мы сделаем вам любой массаж. Процедуры. Я выбираю да. массаж. Мы очень много времени проводим в дороге, и мы еще не отдыхали Хорошо. С перелета. То есть. Хорошо, и пожалуйста, проходите. Пожалуйста, спасибо. Здесь мне будут делать массаж. Все, массаж. Пока. Ой, приятно. Уезжаем из Лапота Лейк, и я сюда обязательно еще вернусь. Думаю, что я буду писать здесь свою новую книжку. А мы продолжаем наше путешествие. Мы все еще находимся в Кахети, и это погреб Харева. И здесь делают самое лучшее вино в Кахети. И дальше у нас будет экскурсовод, который нам все расскажет. И у нас будет дегустация вина. Есть какая-нибудь грузинская песня про любовь? Про любовь. Про любовь? Ну, не все. Ваша любимая песня про любовь? Ну, любимая так, одну песню что взять, такого не бывает. Все песни, которые поются, или о любви, или о родине. О родине. Ну, я знаю много песен. Так. Очень много, так что я даже не вспоминаю, который из них хороший. Песня всем грузин. Цинцхаро. Поэтому нам нужны эти клетки. Общая площадь всех составляющих тоннелей 7 километров и 700 метров. Тоннель, по которому мы сейчас идем, это один из главных тоннелей и он сквозной, длиной 800 метров. И мы здесь храним около 6 миллионов литров разливного вина и более 25 тысяч коллекционных бутылочных вин, которые здесь есть. Это коллекция, эти бутылочки не продаются. Самое старое вино здесь у нас 2004 года. То есть это они бесценные. Это наша компания молодая еще. Над нами находятся трубы, это винный провод. По этим трубам раньше транспортировали вино прямо в цистернах.
А у нас такой рог объема 2 литра, который вот наши мужчины не залпом пьют. И кто-нибудь выпивает 2 литра? Бывает и больше. Здесь находятся кувшины, анукведы, закопанные в земле. И в таких кувшинах готовится вино по грузинской технологии. Грузинская технология началась 8 тысяч лет назад, и в 2013 году наши технологии дали статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы будем пробовать три вина. Три. По грузинской технологии сделанных, и три по европейской. Мне нравится это место. Как вы марджос переводится, как будем. Будем здоровы. Да здравствуй, да здравствуй. Да, это оранжевое вино уже идет. Раньше так его называют. Чувствуете вкус и аромат этого вина. И после вкуса оставляете. Вы сразу не глотаете, подержите его 2 секунды во рту и потом проглотите. Вот это вино называется Оцханури. Оно самое эксклюзивное, оно не идет на экспорт, так что если хотите его попробовать, приезжайте в Грузию, в Харека. Когда ты любишь пить вино? Утром, вечером, днем? Когда? Утром, а я люблю пить вино. Утром, конечно. Я встаю, я просыпаюсь и думаю, что бы мне на завтрак съесть? А, glass of wine, right, I'll have that. Окей, good. Не, на самом деле. Там, I never. Года здесь, и алкоголь 14,5%. Урожай 12-го года, это 5-летний. Да? Скажите, пожалуйста, а сколько примерно стоит такая бутылка? Эта бутылочка стоит в районе 30 лари. 30 лари. А, у нас только что была длинная дегустация, и теперь мы идем чуть-чуть правее, и у нас будет чача. Чача тайм. Я скажу, это тост за талантливых людей. Вообще-то, вот понимаете, вот писатели, художники, люди, там, певцы, которые создают красоту, там, я не знаю, у всех профессий есть свои талантливые люди. И они живут везде, а в Грузии их очень много. Приезжайте в Грузию и встречайте талантливых людей. Их здесь очень много. Да. Самая богемная страна. Они украсят вашу жизнь. Чача – это тоже искусство, так что… Как вы можете. Окей, это мой первый раз, так что вместо. Да. Здесь виноградный сок и мука. На литр сока 1 стакан муки. Теперь берем вот так нанизанные орешки. На литр сока 1 стакан. Да. Кладем сюда, укладывай. И второй рукой вот так. Сама, давай. Закапывай. Давай. Закапывай. Сильнее, сильнее, сильнее. До конца, Ой. Аккуратно. Осторожно. Аккуратно. И вытаскивать? Да, все вытаскивать. Точно? Да. Точно. И сюда берем. И несем. И сюда берем. А, мы нанизываем? Да. Чтобы они высохли. И так они высыхают 2 недели. Мое собственное чучело. Моя handmade. Что с этим делаем? В специальной печи, тонной, которая называется. Вот, пойдемте. Вот здесь выпекается грузинский хлеб. Здесь очень горячо. Это называется тоны. Тоны. Форма мясе. Вот надо придать форму. Вот так пальцами надо придать форму. Ой, может, немножко муки добавить? Липкая. А соленой водой надо помазать. Я не знала этого. Боже, я так боюсь. Давайте так их марим. Опа. Ага. Так, сильно. Хелит гули. Сильно, еще сильнее. Туда. Ах, все, прекрасно. Она никогда это не делала. Она это делает, они, грузинки, это делают, потому что Мария Круз приехала в страну. Я сама буду вытаскивать хлеб, который я положила. Вот это мой. Ой, только не падай, пожалуйста. Ой, газ, исполнитель.
но все равно он красивый. Попробуй. Мы все еще в Кахети. Все это продолжается, и это только закуска. Это настоящий кахетинский шашлык, который самый лучший. И нам даже разрешили снять процесс приготовления. И он готовится для нас. Ями-ями. Кахетинский шашлык – самый спортивный шашлык в мире. Ура! Три раза целуются. А у нас в Испании два раза. Поэтому вообще у нас иногда два раза целуются, по три раза. Шато Роял Батони. Потом мы едем в Шато Мере. И вот перед вами гид, владелец Шато Мере. Ура! Нам очень повезло. Очень. Не, я подумаю, что им еще больше повезло. Здесь много чего будет, это одно самое большое, что мы делаем. Сколько ему лет вообще? Ему уже 4 года. 4 года. 4 года. Okay. Мы начали все с нуля. Здесь была гора, мы срезали и скалу. И такой успех просто сразу такая. Да. Там будет на 200 человек. То есть будут островки? На одном островке будет, вот на этом будет. На этом островке будет музыкальная площадка. А на втором зрительный зал. И еще. Eco-friendly houses, Royal Batoni. Приезжайте сюда. Приезжайте в Роял Батони. Это на самом деле круто. Это когда зеленее уже не будет. This is Georgia.